тему о белых лошадях, которые любят пачкаться. Посмотрите, мои лошадки не очень любят пачкаться. Они в меня, наверное, пошли. Я предпочитаю не пачкать. Посмотрите, конь этот на передержке у нас, который, смотрите, как он выпачкался. Но сейчас он шел далеко и непонятно. Но мне, во всяком случае, вот здесь вот не видно, настолько ли он грязный, кажется, в видео или нет. Поближе подойдет и сниму. Папа, наверное, его дома оставил. Чтобы не потерялся. Он теряется все время. И подружку дома оставила, она тоже теряется все время. Так, смотрите. Это он подошел поближе. Но опять-таки я не уверена, что видно, как он испачкался. Слышала такую теорию и смотрела на одном дружественном канале видео про то, что белые лошади очень любят грязь. И вот только хотела согласиться про то, что... Ой, то есть... Эй, не суй в рот гадость всякую. Что хотела не согласиться, что все лошади якобы белые любят грязь. Это типа они маскируются, знают, что они белые, и они маскируются. Вот, ну, да, не все любят мои, никогда такого не делали, две мои белые лошадки. А посмотрите, как умаскировался Томми, конь на передержке, который у нас. Ого, опять этот его хозяин придет и скажет, что вы сделали с лошадью? То он был весь в колючках, но он делает это все сам, мы даже к нему не дотрагиваемся. Ты куда лезешь, эй? На какие-то недели оставил? Да, на две недели оставил. Он у нас уже два месяца живет. Все равно Томми приемный конь, в табуне как-то не прижился. Вон. С козами он кушает, а с лошадьми... Макс, смотри, это конфет, это... Кто это? Ну. Это Макс? Нет, это, наверное, твоя карамелка. Все, конфетка. Ага. Так, вот, да, лошади все равно по-прежнему его держат подальше. Ага. Так, рот, говорит, не открывай. Ага. Рот не открывай, говорит ему. Ты здесь последняя буква в алфавите у нас. Интересно, почему они его так не принимают. Ни в какую, значит. Вот только с Альфой он немножко подружился. Ух ты. Марья Васильевна, в лоб получишь сейчас. Перестань так делать. Так. Он уж и украсился. Вот дурень. Украсился он. Вот почему его сегодня не воспринимают опять. Не знаю. Так, воду тут не наступай. Посмотри, здесь какая жижа, Маш. Да, девочки чистые. Был просто дождь. И как только мы их вывели на пастбище, блин, так и дождь пошел. Ну, они дождя не боятся, тем более не холодно. Вот. Ну, вот видите, все чистенькие. А, это прям лег в грязи, повалял. Тут жижа, не бегайте по жиже, Маш, Коль. Где наша красота? Так, а вот кукла и Дельта.
На пастбище они кушают солому. Или что это? Сено. А, сено, сено. Кукла тоже как-то похудела.